Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене заслуженный коллектив Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга. И если этот коллектив находится в городе Несвеже, значит, здесь проходит второй летний фестиваль джаза «Джаз в городе Н». Здесь нужно аплодировать. Уже второй раз, уже большая традиция, двух летних вечеров, когда в этих прекрасных стенах, легендарных стенах Радзивиллского замка звучит джазовая музыка. Это впервые, я должен вам сказать, что только эти стены не слышали, и хор, и оперу, и балет, все что угодно, но только не самую элитарную, самую лучшую музыку, которая называется джаз. Здесь тоже можно поаплодировать. Друзья, сегодняшний концерт мы хотим представить вам новую программу, которая называется «В ритмах джаза». Прозвучат произведения, которые бы и не предполагались бы в этом прочтении, таком джазовом, интересном. Но, тем не менее, такие эксперименты мы решили вам сегодня представить на ваш суд, на ваш взгляд, на ваши уши. Я так понимаю, что все, кто пришел на концерт, знали, что сегодня будет джазовая музыка, да? А, то есть случайных людей нету. Ну хорошо, а то в прошлый раз были случайные люди, пришлось их вывести из зрительного зала. Но они казались, что проверенные товарищи, мы их обратно пригласили. Друзья мои, ну самый знаменитый композитор классический, какой? Моцарт? У вас программки? А, все, я пошел домой, давайте без меня. Конечно, Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрийский композитор, родился в Зальцбурге, очень долго прожил. Своей супругой, но умер очень рано. Так он написал очень много музыки интересной, но он даже не мог предположить, даже сейчас, когда он находится где-то там далеко, что его музыка будет звучать в ритмах джаза. И сейчас мы вам это докажем. Итак, маленькая ночная музыка для Вольфганга Амадея Моцарта. Как-то так Вольфганг Амадей Моцарт звучал бы в сегодняшний день, если бы он сидел вот на первом ряду, там где три свободных места, вероятно, места для Моцарта.
Друзья мои, вы знаете, я хочу вот те, кто сидит очень далеко, можете посесть поближе, если у вас есть такое желание, да, вот последние ряды. Есть желание? Посаживайтесь поближе, пожалуйста. У нас нет никаких социальных предрассудков, мы абсолютно всех уважаем. Друзья, ну на первом ряду не столько много мест, как вы идете. Да, занимайте места. Отлично, хорошо. Да, я хочу вам напомнить, что если кто-то есть представителей зрительской аудитории, которые были на прошлом фестивале джаза, можно поднять руки, мне это очень важно. Угу, прекрасно. Тогда вы, скорее всего, помните, что основной закон джаза, джазистов, если кто-то встал в оркестре и вышел играть к этому прекрасному пульту с микрофоном, нужно сразу аплодировать. И после того, как он отыграл, тоже аплодировать. Если даже есть соло в оркестре, вот, тоже нужно аплодировать. Если даже Вадим Петрович Чайков, ударник, который играет соло, он не может встать, чтобы показаться, нужно ему тоже аплодировать. Да? Вадим Петрович Чайков, правда, аплодисменты. Заслуженный артист Республики Беларусь, между прочим. Поэтому, чтобы не было никому обидно, вы знаете, кто-то сыграл соло, сразу аплодисменты. Договорились? Точно? Просто нам придется повторить произведение, если вы этого не сделаете. Да, ну это хорошо. Вы знаете, сегодня прекрасная погода, хотя был дождь сегодня днем. Я вчера по телевизору в «Доброй разнице» был, говорю, друзья, не бойтесь, дождя не будет. Дождя нету. Но, я смотрю, некоторые испугались, сегодня не полный зал. Но мы им потом припомним обязательно с экрана, скажем, а вот вас не было, а у нас было очень хорошо. «Прекрасное голубое небо», так, в принципе, называется следующая композиция. «Мое голубое небо», которую написал Уолтер Дональдсон, американский композитор. Знаете, как в Америке сочиняют музыку? Вот он сочинил эту композицию таким образом. Играл на бильярде, ждал своей очереди, стоял с кием. И вот пока он ждал партию, которая перед ним игралась, он сочинил музыку. Наш же композитор сочиняет ее дольше. Ну, в Америке все быстрее происходит, почему-то непонятно почему. Ну, бог с ними. Но музыка осталась. «Мое голубое небо». Шуманец, тенор, саксофон. Ваши аплодисменты. Игорь Баранковский, клавишный человек, который... Человек солнца, я бы его назвал. Ему солнце в глаза, и он вот так вот играет. Ну, и Вадим Петрович Чайков, он сам встал уже, поднялся, чтобы ему поаплодировали. Ему понравилось. Прекрасная публика.
должен вас обрадовать. Он будет вставать каждый раз, чтобы перевернуть ноты, друзья мои. Но ваших аплодисментов он будет очень ждать. Договорились? Вы знаете, 50 лет назад на экраны советского кинематографа вышел фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Помните фильм, наверное, этот? Нет? Ну, конечно, вы что? А о чем фильм, кстати, кто знает? Вот, о своих. Ну, я понял, о своих и чужих. Естественно, так надо выкрутиться. Знаете, как в английском языке, да, вопрос, он же предполагает и ответ, как бы вот это все взаимосвязано. Также здесь у нас с вами тоже. Это, конечно, фильм о дружбе трех товарищей, которые прошли долгую жизнь и друг другу никогда не изменяли в дружеских отношениях, всегда верили друг другу. У нас есть тоже один товарищ, нам он уже не товарищ практически, Александр Цулыгин, труба. И вот он расскажет о настоящей человеческой дружбе в группе трубачей нашего оркестра. Да, Александр? Да, да. Александр Цулыгин, три товарища. Эдуард Артемьев, композитор. Thank you.
Александр Соловьев, труба. Прекрасная любимая песня. Вы знаете, я хочу немножко рассказать про тот сценический комплекс, на котором мы находимся, то есть про сцену. Дело в том, что эта сцена премьера. Она специально была приобретена музеем для нашего концерта. Она, конечно, останется на остальные концерты, но мы первые на этой сцене, нам можно поаплодировать за это. Это замечательная сцена, новая, современная, от ветра есть боковые защитные, сетка, сзади есть защитная сетка. Ну, давайте поаплодируем замку, директору музея. Спасибо огромное за прекрасную сцену. Я думаю, что мы будем чаще видеться, не только на джазовом фестивале, но если вы не против. Не против, хорошо. Друзья, кто-нибудь бывал в Бразилии, скажите, из вас? Ну, кроме бразильского кофе. Из Бразилии есть ассоциации? Никто не бывал в Бразилии? Да, ну вы знаете, а вот у нас есть в оркестре люди, они могут себе позволить слетать в Бразилию. Это наша заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Томелло. Наталья, мы вас хотим пригласить на сцену. Спасибо за Бразилию, но я еще там не была. Ну, это же люди, это же сказка, да? Сейчас, да, перенесемся в Бразилию. Ну, давайте представим, вот Наталья заблудилась в Бразилии, потерялась. И как же она бы пыталась найти общий язык с бразильскими коренными товарищами? Lost in Brazil, потерянный в Бразилии. Наталья Томелло и вокальная группа оркестра. Yeah.
это бразильский язык. Ай-яй-яй-яй. Договорились? Закружный артистской республики Беларусь, Игорь Лютый, саксофон и вокальная группа. Андрей Петров, Светлана Гударина, Александр Джимин, Ксения Мещенко. Друзья, то есть вы поняли, когда вы завариваете бразильский кофе, и он просыпался на стол, вы такие ай-яй-яй-яй. Вот это, собственно говоря, бразильский диалект будет. То есть вы знаете бразильский язык. Наталья, расскажите, что вы предложите нашей публике следующим номером? Следующим номером нашей программы будет прекрасная песня Стинга про лошадь. Как раз для этого места. Ну, представь себе, что лошадь вышла на луг и отдыхает, просто хвостом так виляет, ни о чем не думает. Я вам не предлагаю уподобиться, дай бог, нет, но просто подумайте о том, что вы просто расслабились и ни о чем не думаете. Наталья Тамарова, заслуженная артистка Республики Беларусь. Yeah.
заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Томелло. Соло на трубе Дмитрий Тихонович. Дмитрий Петрович, встаньте, да. Соло на тенор-саксофоне Роман Шуманец. И вокальная группа. Вы еще услышите. Спасибо, Наталья. Ну, лошади, Бразилия, это все понятно. А в Москве кто-нибудь бывал из вас когда-нибудь? А что вы смеетесь? Я не бывал в этом году, по крайней мере. Но есть такие, кто не бывал в Москве? Вот такие настоящие, да, белорусы. Я люблю только белорусского и буду жить только у белоруса. Ну, тоже хорошо, даже Беларусь 700 километров, да, самой точки до точки, вот я недавно интересовался, 771 километр. Практически до Москвы можно доехать. Смысл ездить до Москвы, когда можно от Бреста до Витебска доехать, до крайних точек, до границы и обратно, зачем туда ехать? Ну, это на любителей, я вас не призываю не ездить, призываю побывать, конечно, в Москве, потому что в Москве хорошо, а в Несвеже же лучше. Это вы сказали, заметьте. Ну, можно поаплодировать. Конечно, мне сегодня хорошо, друзья мои. Ласточки уже начали летать. Это хорошо, это хороший знак. Для тех, кто не был в Москве, для тех, кто был в Москве, но забыл, как это бывает. Самая знаменитая песня о Москве, кто знает? Андрей Петров написал. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Фингера. Как-то по Москве, она же большая, пока все пройдешь.
Друзья, Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Карла Финберга для вас сегодня выступает. Соло на клавишах Игорь Баранковский. Соло на саксофоне заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Ксомс. Группа трубачей Александр Сулыгин, Дмитрий Тихонович, Сергей Андрончик, Евгений Марцинкевич. Молодой еще. Не зевать, не зевать. На первом ряду вижу, зеваете. Не надо. Я вам, да, я вам обращаюсь. Но вот так глаза отвели, как будто... А кто это? Игорь все может просто, понимаете? Он и свадьбу отыграть может, надо, и колыбельную, и все остальные услуги, которые нам не нужны сегодня абсолютно. Но, друзья, вы знаете, я смотрю, что небо уже не только синего цвета, оно приобретает такой оранжевый цвет заката. Оранжевое небо вам не видно. Не вращайте голову, то защемите, продует потом. Будете жаловаться, что вот сходили на фестиваль джаза, потом на больничном 2 недели. Какое счастье, можно было бы сказать. Но на эту сцену я хочу пригласить нашу новую солистку, молодую прекрасную артистку, вокалистку Ксению Амельченко, пожалуйста. Ксения, у вас дебют сегодня. Но дебют — это когда в первый раз выступаешь, дебютируешь. Дебют, да, по-французски. Хорошо, практически дебют. Она вне свежих, первый раз? Нет, уже не первый. А, так вы уже не это, не того. Ну ладно, не того. Но «Оранжевое небо» споем. Публика специально пришла, особенно мальчик с гитарой на первом ряду. Он, кстати, мальчик с гитарой сидит, я отступление, он все время подыгрывает, вот вы не слышите. У него гитара не подключена. Мы сейчас попросим наши технические службы подключить ему гитару, он нам подыграет. «Оранжевое небо». Ксения Амельченко, «Оранжевое небо».
А, вы знаете, уже становится прохладно, заметили, да? Ну, куртки одели на вечернее платье, я просто смотрю многие. Вы знаете, там слева от меня работают летние вечерние джазовые кафе. Вы можете не стесняться, потому что антракта, как в Большом театре, не будет. Можете спокойно, если хотите, выходить во время музыки даже. В джазе это можно. Понимаете, чем классная джазовая музыка? Там можно все. Это не реклама кафе, но можно посетить. Хорошо мне свеже поется, да? Очень. Очень хорошо. Друзья мои, вы знаете, был такой белорусский композитор, родился он в Толочине. Ирвин Берлин. Он, как и многие другие товарищи, уехал за кордон, уехал в Америку, стал выдающимся американским композитором. И, между прочим, он написал практически второй гимн Америки. Он такой неофициально признанный, правда, но, тем не менее, наследил в Америке. И мы хотим исполнить произведение, песню, которую он сочинил. Называется она «Щека к щеке». Ну, суть песни о том, что как хорошо, когда мы вместе танцуем, наши щеки соприкасаются. Поэтому, если у кого-то есть вторые половинки, супруги и вообще просто человек, который вам понравился рядом, вы его не знаете, просто приобнимите так, ну, не щека к щеке, но можно даже, друзья, как вам будет удобно. Ирвин Берлин, «Щека к щеке». Ксения Амельченко. Thank you.
Ксения Ряченко. Игорь, вы за Ксенией уходите? Пионер, джазовый пионер, можно сказать. Игорь Лютый в джазовых кругах, вообще в белорусских эстрадных кругах, его очень хорошо знают. Это Игорь Лютый, я вам хочу представить. Игорь, вам нужен путь, вы играете по нотам. Вы знаете, кстати, Игорь, в отличие от многих тех, кто работает в оркестре, не заканчивал консерваторию, поэтому играет без нот. Те, кто закончил, играют по нотам. Ну, это правда, но так научи. Там так учат играть по нотам. Вот поставили игру. Нет нот, не играешь. Есть нот, играешь. А вот где заканчивал Игорь, там нот нету, а надо играть. Да, Игорь? Приблизительно так было? Ну, скажите, что да. Поддержите меня. Да, пускай будет так. Ты к нам? Можно с нами. Сергей, тут мальчик, гитарист. Как тебя зовут, дорогой? Семен. Фамилия? Фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл, сказал Семен. Семен, пускай вы Семен Полос. Семен не свеж спи. Да? Семен, ну, ты знаешь, благодаря тебе мы следующим летом приедем не только на джазовый фестиваль, но сделаем еще концерт роковой музыки. Договорились? Мы тебя ждем, Семен, на нашу сцену. Спасибо. Вы знаете, наш замечательный гитарист, заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Антишин тоже в детстве так начинал. Вот к чему это привело. Семен, учись. Бас-гитара, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Калиновский, друзья мои. Ну и, конечно же, Вадим Чуйков, заслуженный артист Республики Государные. Золотой фонд белорусской эстрады, друзья, можно поаплодировать ему вместе сейчас. Ну и, конечно же, Игорь Барантовский, без него тоже. Должен быть кто-то, как говорится. Игорь, вы еще не ушли? Это все Семен! Так, не пускайте его на сцену, пожалуйста. Так вот, Игорь, продолжим. Я знаю, что вы прекрасно играете на разных саксофонах, это альт, есть сопрано, есть сопранино, да. Сопраниссимо есть, по-моему, такое. Не знаю, я тоже не знаю, придумываю сейчас на ходу. Ну вы киваете, вы говорите, да. Так вот, вы знаете, Игорь настолько проникновенно играет на инструменте, ну, душа поет человека. И каждое его исполнение, любого сочинения, это просто шедевр. Сегодня он для вас подготовил, ну, с нашей помощью. Естественно, подготовил, потому что если бы ему не сказали, он бы не готовил. Знаменитую мелодию Раймонда Паулса из кинофильма «Долгая дорога». Где он? Игорь Лютый. Thank you.
и вольёты. И впрочем, это достояние белорусской культуры музыкальной. Можно громче ему поаплодировать, друзья. Спасибо, Игорь. Он скромничает, говорит, ладно вам, ну что вы. Скромный человек. Ну, музыканты они такие, пока на сцене они скромные, это естественно. А Игорь Баранковский соло на клавишах, между прочим, было в начале. Струнная группа оркестра Евгения Орлова, концертмейстер. Вы понимаете, что это не полный состав, просто новое платье, и на всех хватило. Вы понимаете, сейчас дорого шить, и пошив такое дело. Ну, сейчас мы вот после концерта дошьем платье и приедем полным составом. Вадим Петрович Чайков, ударные, не могу не пить. Между прочим, есть еще у нас один тоже исполнитель на ударных инструментах, на перкуссии. Алексей Минькович, он там прячется. Вот, вот, вот. А мне приятно, что моему совету люди, так сказать, вняли и пошли в летнее джазовое кафе. Это приятно. Давайте им поаплодируем. Американский композитор Фрэнк Митчем еще в 19 веке написал марш. Называется «Американский патруль». А он туда вставил свои какие-то темы, которые сочинил. Также народные, патриотические песни Америки того времени. Предлагаю ознакомиться, дабы быть начеку. Фрэнк Митчем, «Американский патруль». Thank you.
Александр Сулыгин, труба, соло. Вы правильно угадали, правильно аплодировали. Вы знаете, в этом году в Несвеже уже проходит мой ежегодный фестиваль. Точно. Птицы не дадут соврать. Музы Несвеже. Он проходит каждый день, каждый год. И проходит в городе Несвеже в 4 концертных локациях. Это городская ратуша. Концерт нашего оркестра. Концерт в костеле, концерт в театральном зале замка, ну и концерт в районном центре культуры. Так вот, в этом году в театральном зале замка впервые была представлена наша вокальная группа. Они исполнили целый сольный концерт, вы представляете, акапеллу. Акапелла – это значит без аккомпанемента. Хочу на эту сцену пригласить руководителя вокальной группы Игоря Мельников. Игорь. Вот Игорь вышел с микрофоном, а это значит, что Игорь немножечко споет. Я так понимаю, что публика здесь должна уметь делать вот такие щелчки. Умеете делать? Давайте потренируемся, еще минут 10. Когда устанут. Можем щелкать, да? Это очень важно. Не быстро только. Только не быстро. Игорь вам расскажет. Давайте. Все вместе, пожалуйста. Звукорежиссер тоже в палаточке с нами. Do it.
Игорь Мельников, вокальная группа, Ксения Мельченко, Александр Дзюмин, Светлана Бугалина, Андрей Ветров. Спасибо. Друзья, то, что вы услышали, это реально вообще нигде не услышите. Только у нас на фестивале. Спасибо, вокальная группа. А вокальная группа попрошу задержаться. Где вы уходите? Знаете, на эту сцену выйдет еще один человек. Он вокалист, работает у нас в оркестре. Редко мы его видим. У него столько работ, помимо оркестра, что просто выцепить его на наш фестиваль, хотя он у нас работает, это очень сложно. Андрей Колосов, пожалуйста, давайте на сцену. Очень занятой человек, очень. Причем он сейчас отпоет и полетит в Минск, у него еще не работа сегодня, начиная. Андрей, я угадал? Все правильно. Не такая работа у него. Да, но вы знаете, что кто-нибудь помнит Ветхий Завет? Авраам родил, не помните, да? Ну ладно, не будем удавляться в подробности. Там есть книга Исхода, о том, она рассказывает о том, что повелел Моисей своему народу прийти к старому фараону, и сказать, чтобы отпустили народ Израилева к себе на родину, и тому подобное, и тому подобное. Подробности вы знаете. Они таки ушли из Египта и живут во всем мире. А так бы в одном Египте живут. Мне свежие тоже живут, кстати, я видел сегодня. Так вот, об этой истории, веселой или печальной, споет вам Андрей Колосов. Он ради одной песни сюда к вам приехал. Давайте поаплодируем ему. Let my people go. Знаменитая композиция, которую исполнял Луис Армстронг. Андрей Колосов.
Андрей Колосов. Андрей, вы так пели, что я бы... Ну, вы так пели, что я тоже бы отпустил всех просто угрожающе спели. Это, видимо, тех, кого мы отпустили. Это непростые потом. Андрей Колосов. Спасибо, Андрей. Все, его теперь не найти. Улетел. Потеряли. Вы знаете, что ровно 90 лет назад русский композитор, Лео Книппер написал симфонию. И вставил туда с собой же написанную песню, которая называется «Полюшка Поле». Сам написал, между прочим. Это не русская народная, как многие думают. И эта песня была настолько популярна, что американцы, когда открыли второй фронт во время Великой Отечественной войны, в дань дружбы с Советским Союзом, с войсками Советского Союза, был такой Глен Миллер, я думаю, знаете такого человека, он руководил музыкальной частью американской армии, и они сделали с Джерем Греем аранжировку на тему «Полюшка Поле». Назвали ее как бы «Марш Красной Армии». Это был подарок приношения нашей советской Красной Армии. Предлагаю послушать, что из этого получилось. Готовы? Хорошо.
Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга. Соло на саксофоне Сергей Филибан. Или Гранковский клавишный. Друзья мои, это еще не конец. Знают об этом все, у кого есть программки, они не аплодируют, кстати. Они, ага, совпало. Не совпало. Понимаете? А те, кто, они радуются, вот им хорошо и так. А вот программки иногда портят людей. Знание не всегда сила. На это надо расслабляться. Можно присаживаться, друзья. Знаете, сейчас на эту сцену выйдет человек, который ждал своего выхода уже 2 недели. Он здесь живет в Несвеже, уже загорел. Он просто очень любит рыбалку. А вот здесь прекрасное озеро, река. И он все время с лодочкой. Вы видите сегодня лодочников, да? Так вот он слева был, его вторая лодка. Дмитрий Кочаровский, заслуженный артист Республики Беларусь. Дмитрий. А, вы не хотите появляться? А придется. Ну, вы хотя бы сделайте поклон, потом уйдете. Он очень долго ждал, чтобы прийти к нам. Я останусь, может. Да, до завтра можно остаться, кстати. А, здесь недорого номера. Рубли 400. А, вы знаете, что вы сдаете, как-то да, ваш. Да, один. Ваш. Все, один я плыл. Ладно, друзья мои, ну, вы сейчас услышите то, что никогда бы вы не услышали сегодня и сейчас. Поэтому то, что вы услышите, никогда больше нигде не услышите. Поэтому слушайте, да услышите. Все в тебя не знают.
Пьет шампанское. За любовь свою. За заслуженный артист Республики Беларусь Дмитрий Кочаровский. У него вся рыбалка, поэтому кто будет взять автограф, пожалуйста, на левый берег. Спасибо, Дмитрий. Ну, вы знаете, а вы когда-нибудь бывали в пещере Горного Короля? Ну, вы подготовились к концерту. Хорошо, хорошо. Вы не смогли дождаться окончания, справился сразу в пещеру Горного Короля. Друзья, ну, вы помните прекрасного норвежского композитора Эдварда Грига? Знаете, да? Он никогда не бывал в Несвиже, но музыка его таки прозвучит в Несвиже. Таки да. Вот, я же говорил, что... Фараон отпустил, до Несвиже дошли, его везде дойдут. В пещере Горного Короля, друзья мои, в финале потихонечку наш концерт. Thank you.
Дорогие друзья, для вас сегодня выступал заслуженный коллектив Национальный академический концерт оркестра Беларуси имени Михаила Финберга.